имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы с вами во время Божественной Литургии слышали отрывок из Евангелия, повествующий об изгнании беса из юноши. И вот Евангелие говорит нам о том, что один человек привел своего сына к ученикам, который этот сын был одержим бесом, он был бесноватый. И этот бес долго мучил этого юношу. Он его бросал то в огонь, то в воду, и этот юноша сильно страдал. Но ученики не смогли изгнать этого беса. И когда пришел Господь Иисус Христос, и этот отец попросил, чтобы Господь изгнал демона из его сына, Господь совершает вот это чудо, и отрок исцеляется. То есть демон оставляет этого юноша, освобождает его. И когда ученики спросили у Господа, почему у них не получилось это сделать, Господь сказал: по неверию вашему. Род же сей, то есть демонический род, Господь сказал, что он изгоняется постом и молитвой. Вот, братья и сестры, вот в этом отроке бесноватом мы по большому счету можем увидеть все человечество, и каждый отдельно из нас может увидеть себя в этом. Потому что испокон веков идет вот эта борьба с родом человеческим со стороны демонических сил. Мы знаем, что Господь Иисус Христос называет дьявола человекоубийцем от начала. Еще до сотворения людей, вот Люцифер, вот этот носитель света, светлый херувим, он исказил свою природу и стал противником Бога, сатаной, стал дьяволом. И именно он искусил первых людей, и именно благодаря этому искушению произошло грехопадение. И вот после первого грехопадения Господь, как говорит Написание, говорит, что вражду положу между тобою, сатана, и женою, и между семенем твоим и семенем ее. И вот из тех самых времен, начиная от первых людей, идет вот эта борьба сатаны с людьми, а людей с сатаной, человеческого рода с демоническим родом. И вот посмотрим, братья и сестры, как происходит эта борьба, как вот эти противоборствующие лагеря готовятся к этой войне и как они ее ведут. Если мы посмотрим на людей, то о чем люди заботятся? Люди заботятся много о чем. Они строят и ракеты в космос, они строят подводные лодки, они стремятся, мы думаем о том, чтобы нам повкуснее покушать, как бы нам красивее одеться, какие бы нам развлечения придумать. Мы много о чем думаем, но не о борьбе с сатаной. А о чем думает сатана, о чем думают демоны? А демоны заботятся только об одном, чтобы уничтожить род человеческий. Мы об этом не думаем, чтобы бороться с сатаной и демонами, а демоны об этом непрестанно бегутся и только об этом единственно думают и все свои силы и усилия направляют на уничтожение рода человеческого, на уничтожение и духовно, и физически всех людей. И поэтому, братья и сестры, вот в этом получается, что сатана и выигрывает. Вот какой самый сложный враг? Враг, которого не видишь. Если ты врага не видишь, то этот враг легко наносит удар, который жертва отразить просто не может, потому что этот удар будет всегда неожиданным. И дьявол, получается, управляет нами как марионетки, но внушает нам помыслы, прилоги дьявольские. Не каждый из нас знает про эту святоотеческую борьбу с помыслами, которая называется «невидимая брань». Мы об этом не думаем. Мы забываем про то, что мы на войне находимся с демонами. Может, где-то в глубине души мы даже не верим в то, что вот этот сатана рядом с нами и что он нами противоборствует. А ведь сатана действительно управляет нами как марионетками. Он за эти ниточки, за наши страсти дергает и управляет нами. А мы этого даже не видим, не хотим этого замечать и никак не боремся с этим. Мы об этом даже не думаем.
не думаем о том, что вот эта борьба не на жизнь, а на смерть, и не только на смерть физическую, но и духовную. И об этом мы не думаем, следовательно, не готовы мы к этой войне и не боремся с сатаной. А можно ли увидеть сатану? Не дай Бог, конечно. Господь дал нам такую возможность все-таки не видеть эти демонические силы, потому что если бы мы с ними соприкоснулись непосредственно, то от этой ненависти, которой они пышут к роду человеческому, от этой злобы, которую они направляют по отношению к нам, мы просто-напросто от страха бы с ума сошли. Поэтому у нас есть этот определенный барьер. Но при этом мы должны глазами веры видеть этих демонов, опытом церкви, использовать то оружие, которое нам церковь предлагает. И постоянно об этом помнить о том, что мы боремся с дьяволом, с сатаной, что борьба наша не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. И вот за всеми этими грехами, которые есть в мире, вот, и убийство, и воровство, и всякие рода преступления, и насилие, и всякие пороки, и злоба, обман, ненависть, это все за этим стоит сатана. То есть враг у нас только один. Дьявол. Не муж, который пьет, не жена, которая там пили, не коллега, который там клевещет на нас по работе, не человек, который нам в автобусе там грубо что-то ответил или толкнул нас, не дети маленькие, которые на остановке матом ругаются, а сатана. Сатана за всем этим стоит, и он искушает. Он, конечно, не заставляет нас грешить, так же, как и первых людей он не заставлял грешить, он не заставлял их кушать вот эти плоды запретного дерева, но он внушал им мысли греховные. И если мы не будем понимать, откуда эти мысли происходят, если мы не будем с ними бороться, то тоже будем подать всякого рода искушения и грешить. Об этом мы должны всегда помнить. Вот представьте, братья и сестры, что если бы нам кто-то в карман подложил гадюку, вот мы думали бы тогда о славе, о богатстве, о развлечениях каких-то. Если бы у нас в кармане была гадюка, которая в любой момент готова нас убить и желает нас убить, будем ли в этот момент тщеславиться, осуждать, завидовать? Нет, конечно, мы будем стараться попытаться всячески думать только о том, как бы избавиться от этой гадюки, как от нее спастись. Вот этот дьявол, эта гадюка, вот она рядом с нами. И об этом мы не должны забывать. Как говорит нам Писание, дьявол ходит, аки рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот здесь можно привести такую параллель из дикой природы. Вот когда хищник пытается охотиться, он не нападает на стадо. Он ждет, выжидает какое-нибудь такое глупое, больное, невнимательное животное, которое отстанет от стада, отойдет от него. И вот тогда этот хищник начинает отсекать, чтобы это дальше еще это животное убежало от стада, и потом начинает это животное поглощать. Вот то же самое и сатана делает, когда пытается нас отделить от церкви. То есть вот если человек перестает ходить в церковь, то вот сразу и начинается вот эта греховная жизнь более интенсивная, то есть человек начинает больше грешить. И когда человек, допустим, грешит сильно, ему очень тяжело прийти в церковь. Потому что он получается во власти дьявола. И вот сатана вот с нами борется, а церковь – это вот оплот спасения нашего. Господь так и говорит, что созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот Господь говорит в сегодняшнем Евангелии, что род демонический, он изгоняется постом и молитвой. А кто нас учит правильно молиться? Церковь. Какая самая сильная молитва? Богослужебная. Кто нас учит правильно поститься? Церковь. Где собран опыт, позитивный опыт победы над сатаной в лице угодников Божьих? Конечно же, православной церкви. Поэтому, братья и сестры, мы должны вот использовать вот этот опыт, использовать эти знания святых отцов, помнить об этой борьбе с сатаной. Как говорит Федор Михайлович Достоевский, братьев Карамазовых, идет борьба между Богом и дьяволом, а в поле битвы – сердце человека. Поэтому, братья и сестры, будем помнить об этой борьбе, будем ополчимся вот со всей решимостью против единственного нашего врага – дьявола.
и с помощью Божией, посредством Церкви, достигнем спасения. Аминь.